Можно беседовать. Все, да. Саша Гречин только сейчас отыграл с Артемом Беловым в музыкальном дуэте. Вот, на концерте презентации даже Содружества. Первый вопрос. Зачем тебе нужно участие в этом концерте, например, в других концертах? Даже Содружества, да. Ну, провокационный вопрос. Я бы сказал, что зачем он мне нужен. Я бы сказал, зачем он нужен всем. Вот, то есть я когда стараюсь, так когда прихожу сюда, вообще выступаю, я стараюсь во-первых делиться чем-то своим, чем-то болевшим, может быть. И надеюсь, что то, что я говорю, те слова, которые я говорю, те песни, которые я говорю, остаются в сердцах тех людей, слушателей. Вот. А Дашь просто помогает мне в этом. Дашь дает возможность, площадку, дает атмосферу благоприятную для того, чтобы дружеское, сотрудничество. Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какие-то мысли по поводу развития этого движения, как его можно улучшить, как его сделать более живым, полным? Вот, и... Конечно, мысли много. Я думаю, что и даже сам по себе, и внутри студенный, во-первых, двигается, развивается это видно. Во-вторых, если спрашивают меня, да, что бы я мог добавить сюда, я считаю, что нужно показывать больше, нужно больше искать места, находить места. Именно я считаю, что не просто концерт, а именно какие-то волонтерские движения, какие-то выступления именно в хосписах, возможно. Таких дорог престарелых, больницах, где живого общения не хватает. Ты думаешь, что то, что вы будете петь, ну, там люди будут петь песни, этого будет достаточно? Я думаю, что, во-первых, они будут не просто петь песни, во-первых, они будут рассказывать о себе, делиться чем-то, опять же, своим. Угу. Вот. А людям, в принципе, людям больным или людям, которые одиноки, именно этого общения-то и не хватает, чтобы возможность поделиться чем-то своим. Я думаю, что это будет правильно, потому что это будет на благо и Содружества, и на благо человечества. Ну, на самом деле, отчасти это уже есть. Я знаю, что многие вот, ребята из Дашь движения, они в разных больницах, в Боткинской, еще в Царицыно играли, да, и в других местах. Очень, это не очень часто есть все-таки ситуации, события, да, то есть если смотреть да, по пресс-туризм, да, по этим событиям, которые происходят, то это, эти события, они были гораздо реже, чем хотя бы та же самая студия сотрудничества. Вот я считаю, что как-то увеличивать количество, увеличивать... Пропорцию поменять. Да, да, возможность именно выступать на... не на той же самой аудитории, да, внутри гармонии, возможно, а именно... Где мы друг друга, в общем, неплохо знаем. Да, да, а именно там, где можно найти новые глаза, новые сердца, новые... А еще какие-то мысли есть у тебя, кроме этого? Ну, мысли, я думаю, что непосредственно по участникам. Участники сами хотят, должны хотеть развиваться, должны двигаться в этом направлении. То есть они... Ну, повышать как, свой уровень. Ну, в первую очередь, так, да. Но я думаю, что не только повышать свой уровень, а именно как-то мотивировать себя, двигаться в этом направлении. Мотивировать может дружба. Вот я думаю, что Содружество, если оно может стать таким самым настоящим, то это дружба может двигать. Вот знаешь, у меня когда-то была такая мысль, что недостаточно людей для того, чтобы дружить, просто петь вместе. Да, нужно что-то общее. Общие ценности, я считаю. В первую очередь нужны общие ценности, во-вторых, чтобы им было интересно. Потому что интерес как раз подогревается творчеством, а общие ценности, они, я думаю, христианские, православные, несет. Если бы все это чувствовали, понимали, может быть, ситуация была бы гораздо лучше. Но я считаю, что именно и сейчас, в принципе, неплохо. Есть, конечно, есть куда развиваться. Скажи, пожалуйста, а почему ты решил вот, создать этот дуэт, вообще двинулся в эту сторону создания дуэта с Артемом Беловым? Ну, что послужило? Спонтанно произошло. Я бы во-первых, поиск людей, близких тебе по духу, он непрерывный. То есть он постоянно идет. Возможно, чем он выделился, извини меня, от других? Возможно,
честно говоря, не могу сказать, потому что какие-то общие ценности. Хороший человек, друг, Артем. Как вам сотрудничалось, репетировалось? Отлично, хорошо, да. Ну, единственное, что мы сейчас в разных городах. Точнее, я в Москве, но это Зеленоград, как бы немножко удаленно. Это не совсем. Приходится иногда, да, приходится иногда. И ему ко мне ездить, и мне. Вот. Но тем не менее, расстояние все-таки не преодолевается. Главное, чтобы было нечто общее, дружное. В первую очередь, дружба. То есть мы с Артемом подружились скорее, чем создали это. Здорово, это может быть даже лучше. Вот, спасибо. Говорил это Саша Гречин. Всего доброго. Спасибо.